Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить жареные кальмары с паприкой. Для этого нам понадобится 4 тушки кальмаров. Предварительно мы их вычистили, вымыли. Так, укроп, 1 зубок чеснока, перец красный, перец зеленый, головка репчатого лука. Лук у нас очень большой, поэтому мы взяли половину. Оливковое масло для обжарки, соль, набор специй и паприка, сушеные травы, всякие разные. Значит, приступаем. Чтобы наш кальмар выглядел очень красиво в салате, мы его будем особо нарезать. Значит, нарезаем мы его вот так вот поперек. Как бы не до конца, доводя ножом до тушки кальмара. Так, делая надрез. И делаем теперь поперечный надрез. Так вот у нас получилось. Нарезаем кальмарчик. Нарезаем лук тонко. Нарезать мелко не будем. Где-то вот так его нарезаем. Нарезаем перец. Тоже полукорочками. И тоже очень тоненько. Нарезаем зеленый перец тоже тонко. Колечками. Так, сковородочка наша готова, и мы идем обжаривать кальмары. В разогретую сковородку мы налили оливковое масло. Посыпаем соль сюда. Добавляем паприку. На любителя, сколько любите. Добавляем чеснок. И выкладываем наши кальмары. Они готовятся достаточно быстро. Кальмары мы вытащили, и в эту же сковородочку мы выкладываем лук и перчик, его обжариваем до прозрачности. Кальмары мы выкладываем в миску, они у нас остыли. Сюда мы выкладываем наш обжаренный лук и перец. Они у нас получились такой консистенции пасты. Мы их выкладываем прямо в кальмары. Сюда же мы добавляем рубленый чеснок. Все перемешиваем. И выкладываем наш салатик на блюдо, украшенное листьями салата. Салат наш готов.
Поверьте мне, он очень вкусный, необычный, нарядный. Его приятно подать на любой праздник. Пожалуйста, готовьте по нашим рецептам. Приятного вам аппетита и спасибо за внимание.